Так, Левушки пришли вас угостить. Давай, давай, мам, Гирею. Подожди, давай гуляющему Марселю. Подожди, Марселю уже слилу. Давай Марселю и Лилу в первую очередь. Давай этой гуляющей паре. Так, я хотя бы выкину, то мне легче. Пакет там положи куда-нибудь. Сейчас, нет, ребятки, мальчики, сейчас. Нам помогать не надо. Мы сами знаем, кому чего. Давай, кидай Лилу и Марсику, и пусть отходят. Ну что, остальные не подойдут. Марсик, а где Марсик и Лилу? Вот они под тобой. Знаете, Марсик и Лилу. Кидай. Марсик и Лилу. Лилу. Все, идите. Так, Марсик, пошли, и... пошли, 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 Зевсу и Алексу кинем. Подожди, а где они? Где-то были. Где, а, это Гирена. Ну давай девочкам тогда. А что не поем? Давай девочкам, мам. Давай, давай. Давай, Симона и Адель идут. Давай, давай, быстрее, мам, быстрее давай. Вот кусочки такие мясные, сейчасеньки. Так, ему надо. А вот Алекс. Давай говядину бегом. У нас для Алекса говядина есть специально. Иди сюда. Алекс. Так. Да. Таня, вот это спецзаказ Алексу. Вот это говядина. Да, да, да. Алекс, Алекс, это Алекс. Никого близко нет. А-а-а. Давай, кидай, кидай, кидай. А, нет, не бойся, эти не отберут. Не отберут. Алекс. 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 Не, я сначала зерку. Сейчас, ребятки, сейчас, сейчас, подождите. Сейчас, сейчас, не, 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 ну, кинь, ну так кинь тогда рульки Зевсу и Алексу. Знаете, Зевсу и Алексу. Давайте. Ай, мама, ты Алексу, мы же говядину Алексу хотели, взрослому. Ладно. Кидай Зевсу, мам, Зевсу кидай, иди сюда. Да вот Зевс. 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 Кидай Зевсу. Зевс, на. Кидай. А там же кусок, это там не кусок. Кидай. Это не наш? Кидай Зевсу. Зевс, лови. А куда Гирей с Султаном убежали? Куда-то убежали, да? Куда-то побежали Гирей с Султаном. Если сейчас кину мякоть говядина, не попадет Алекс? Алекс. Алекс. Ну ты видишь, как получилось. Кинем возле моськи, прям сможешь кинуть? Прям вот возле моськи, возле моськи. Алекс. Давай. Давай, кидай, возле моськи прям Алексу. Вот смотри, говядину, это же. Да, я... да, 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 давай. Алекс. Давай, Алекс. На, подожди. Зев, на, Зев, чтоб не это съесть. Младший Алекс. Все, это говядинка. Мякоть, это мясной привет дяде Алексу от Анны из Атырау, Казахстан. Так, где Чули? Не ругаемся. Так, Зевс, Алекс младший, Алекс старший. Так, где Чули? Не ругаемся. Не ругаемся. Не ругаемся. Они уже все взяли, но они уже все съели. Они все съели уже. Ну, девчули уже съели, мы им тоже кинули, они уже съели все. А Симона еще, Симона мясо охраняет, вон она. Симона охраняет еще мясо. Марсель. Ну, Марсель что-то мы кидали, он не взял, но он с Лилушей гуляет, Лилушу охраняет. Да. А. Вот еще Алекс, вот аж скажи, что это сразу мясо говядина. Да, да. Ну вот, говори. Это мясо? Да. Это вот мясо, меточка. Мам, ну тут Лилу. Мам, мам, кинь Лилу что-нибудь, чтобы она с Марселем отошла. Меня что ли сними? Еще я кидать, я кидать. А? Да, 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 возле Марселя. Кинь ей. Все, пусть отходит. Все, все, она сейчас, она уходит, уходит. Все, сейчас Марсель за ней пойдет. Неси еще Алексу.
иди, Марсель, он не накинется на Алекса. Да не должен. Ну мало ли что. А не должен. Что опять? Ой, что-нибудь от Эльки есть кинуть? Да кинула. Это ты, это Лилуша кинула. Так, что там за конкуренция? Адельки, вон, кинь Адельки. Ну вот с языком. Давай, давай, вот щечки с языком, вот эти мясные хорошие. Давай. Блин, а вот Султан бежит, надо что-то Султану тогда кидать. Подожди, 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 Алекс, мясо. Султан не кинет, Алекс возьмет мясо, успеет? Да вот. Алекс, Аташа, кто? Просили Алексу, нажми Алексу. Алексу, Алексу, да. Приади, но еще Алексу. Он возьмет сейчас, если кину? Тань, так. Если кину. Не знаю, чтобы Султан с Гиреем не забрали. Давай я кину. А, не надо, мам, сейчас не надо. Это сейчас отбираю. Не надо. Не надо. Так, Марсель уже с Лилу, да, гуляет, я так понимаю. Так. Так, дядя Алекс. Так, здесь у нас что? Здесь у нас... Султан, Гирей, тут кидаю. Адель. Кидай Султану с Гиреем. Кидай. Все, берите, Султан Гирей. Не рычите. Тут Сима. Давай еще Алексу. Он гуляет, мы кидали, он не взял. Так, это еще спец. Не заброшится Маршель это мясо? Кинь, Маршель, какую-нибудь рульку, иди. Сейчас, сейчас, рульку какую-нибудь кинем Марсику. О, Марсель, да? Мама, и Ричард идет. Ну, мало ли что он хочет. А, по-моему, он сейчас вообще уходит, Марсель. Подожди, сейчас он вообще уйдет. Он загулял, загулял. Мы же ему кинули кусок, он не взял. Симона. Кидай, кидай дядя Алексу. Давай. Олег. Это вот тоже презент. Это же уже второй или третий. Да, это от Анны тоже вот. Еще кусок говядины. Из кидай. Казахстана. Бери, бери. Все. Давай Ричарду неси. А где Ричард? Еще кусок говядины у нас есть. А, давай, давай. И говядина есть еще кусок. Ричард, иди сюда, Ричи. Ричи. Где он там, Ричи? Ричи. Ричи. Мужчина, а вы докиньте вот туда вот Ричарду. На вот туда. Попробуйте. Да, 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 вот белому, белому. Ближе, да, до белого. Попробуйте. Ой, молодец. О, молодцы, мужчины. Рулька Ричарду прилетела. Еще за молодого тоже пойдет. Так, это рулечка и еще говядина. То говядина сюда не долетит, она мякоть. Говядина не долетит, да. Если бы он подошел бы сюда. Слушай, это не как быстро съел мякоть. Там, ну, там же 2,5 килограмма, около 3 килограмма. Там в одном куске 2,5. И в другом, наверное, куска килограмма 2 было. А что это мясо, говядина? 500 рублей. 500 рублей. Килограмм. На рынке, да? Да, да, да. Ну все, угостили всех. Это что за львичка, Саня? А это Адель. Адель. А это я не посмотрела. О, а если просто козленки кинуть туда, например? Поймают, съедят козленка. Тань, Тань, я не поняла. Это вот с Марселем, как я не увидела. Лилу, они ушли. Так Симоны нету. Симона, подожди, Симона. Да вот же тут Симона сидит. Вот она. Она и свою рульку, и Марселя взяла, потому что Марсель не стал есть. Марсель ушел. Он в загуле. Видишь, вот она сидит, охраняет свое мясо. Сима. Вон Султаша, Гирей. Там Марсель, он мясо не взял. Лилуша. Вот Аделька. Адель, Адель, кидай. Так, что там такое? Что там такое? Что там за кипиш на производстве? Так, что там Алекс молодняк отгонял, да? Да, да, да. А, молодых отогнал. Они же и не шли к нему, господи, Алекс. Алекс Зевса и Алекса отогнал. Не успели снять, пока в той стороне но были. Они у него забрали, наверное, нет? Нет, он доел. Доедал, он доел, доел. Во рту было, бежал. Во рту. А еще осталось что-нибудь? Еще мякоть осталось. А, только мякоть и все, да? И все, да? Да мы тут всем дали.
Всем, всем дали, мам, всем. Всем дали. Ну, Алекс его не доел еще, видишь, он рульку не доел. Ну, сбоку вон лежит. Вот то? Нет, вон возле него там лежит. А, подожди, он говядину съел. Он говядину два куска, это нехто, кто-то донес. Мякоть, мя... да. Вот это вот кости. Вот ну, их, да. Видишь, старая кость лежит. Ну да, старая косточка. Угу. Слушай. Мужчина, идите сюда, да? Или... Да нет, надо Ричарду. Убери, Данька. Убери отсюда, убери. Посмотри, Таня, говядина. Говядина, ну это, ну, Ричарду, Ричарду хотели, но мы туда не докинем, если он подошел бы сейчас ближе. Он не докинет туда, она мягкая, ты видишь? Она не кинется туда. Так, Симушка. Марсель! Марсель, не трогай Гирея! Марсель! Это Гирей, Марсель! Марсель! Кино мясо, он даже мясо не да знает. Потому что он в загуле, он всех отгоняет, ты же а видишь. Почему, а где Тальвица в такой? Ну, да, он, я сказала, никогда мясо он не возьмет. А мясо вон Лилу взяла, его львица вон она потащила. А да вон там села. С мясом убежала, да. А, Марсель, значит, с Лилу загуляла. С Лилу, да. Ты же видишь, всех гоняет тут. Ему не кидать мясо надо. Не, он что-то взял, когда кусок не доел, он взял там, взял. Марсель же в загуле нервный. Это Гирей. А, Гирей, я дай Гирей, да. А? Гирей, я тоже люблю. А, Марсель... Не надо, близко его не зови, не надо. Не надо. Марсель, Марсель. Таня, видишь, тут Марсель, я не смогу ему дать. Гирей. А где Гирей? Гирей а? Тоже это, как-то Гирею покинул. Ну, Марсель накинется на него. Марсель же накинется. А, Гирей там доедает вон. Доедает. Гирей, вот это. Ричард, подожди, сейчас подошел бы Ричард. Мы, по-моему, говядинку кинули. Давай попробуем. Ричард! 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 Мужчины, сможете подкинуть говядину? Нет, ты же видишь, тут драча. Вот, вот, до белого сможете докинуть говядинку? Ну, вы так скрутите ее. Вот, ну, вот, вот, да, прям говядина. Вот до белого льва. Ждет. Ричард, Ричард, лови. Все. Все, говядина долетела по назначению Ричарду. Ну, что же? Кинь Симе вон еще, Сима, Сима. Сима. Все. Сима. Все, больше нет. Все, всех хорошо угостили. Мама, ничего больше не осталось? Ничего не осталось, да? Вообще ничего не осталось, да? Все раскидай. А мы сейчас там видели, там драчка такая была. А кто дрался? А там как цепились вначале, да, ребята? Ну никого тут не побили.